Выиграть в покер 120 миллионов возможно только в кино. В реальной жизни покер – это надежный способ убить время и самоутвердиться среди своих друзей. Лена пытается собрать свой фулл хаус уже 5-й час подряд. Пришло время сказать пас, и мы поможем ей это сделать. Лена наша работает в салоне красоты, но несмотря на место работы своей, сама совершенно не следит за своей красотой. Я совершенно не люблю делать всякие укладки, прически и всякое прочее. Мне хватает этого на работе. Лена никогда не красится, что тоже нам не очень нравится, потому что девочка, она, в принципе, симпатичная, и если бы ее подкрасить, то было бы вообще то, что нужно. И мне, как подруге, конечно, это и не нравится, потому что хочется иногда с ней куда-то сходить в приличное место, а у ее гардеробе даже нету ни одного платья. Я люблю простую одежду, удобную, ту, в которой можно пойти на работу, после работы пойти погулять, и после прогулки вернуться домой, еще и дома посидеть. По выходным она зависает в всяческих клубах, покер-клубах. Покер для меня – это прежде всего спорт. Это азарт, но который основан не просто на фарте, а на каких-то все-таки мыслительных процессах. Выглядит она отвратительно, если честно, потому что другие дамы приходят в платьях, мужчины в пиджаках, а наша Лена в каких-то таких засаленных футболочках. Но мне на самом деле удобно и просто вот в моей майке, которую я ношу, в джинсах, и во время игры я совершенно не обращаю внимания на свой внешний вид. Ну да, сразу понятно. Да, ну тут больше никого нет. Здравствуйте. Простите, что беспокоим вас. Нам нужна вот эта девушка, Лена. Правильно? Верно? Вы Лена. Я увидела за столом такую совершенно несчастную серую мышку, хоть она и была в самой яркой одежде. Мы за вами пришли. Вас дала ваша подруга, которую зовут Вика. Да, Вика жалуется на то, что вы выглядите как черти что. Я почувствовала себя униженной, и я считаю, что это было очень некрасиво и низко со стороны моей подруги. А что именно вас не устраивает? Не нас устраивает. Ну, вообще, в принципе, я так понимаю, что и нас уже тоже не устраивает. Простите, ваш внешний вид. Поэтому мы хотим вас забрать на целый день для того, чтобы показать вам, как можно выглядеть и привести вас сюда обратно ближе к вечеру. Ну, давайте сначала сыграем. Да. Я доиграю игру. Если мы сыграем, и кто-то из нас выиграет, то ты отправляешься с нами на целый день. Если у вас получится выиграть у меня. Я была уверена на 300%, что они не смогут меня обыграть, и что это все останется только шуткой. Ну, Лен, я не знаю, насколько мне получится выиграть у тебя, но вот тебя я точно должна обыграть сегодня. Сегодня не твой день, малышка. Поэтому попробуй, конечно, девочки. Давай не кидайся, добры, пожалуйста, обещаниями. Посмотрим, как ты играешь. Спасибо, девочки. Позвольте. И я. Ну, держись. Вы обе держитесь. Прости. Я не собираюсь ей жестоко мстить, но все равно, конечно, это несправедливо. Как может два раза за день человек меня так сделать? Девочки, Лена, за мной. Мне не удалось обыграть их, и теперь, наверное, мне придется сдаться. Ой,
Здесь я живу. Так, класс. Хорошо у тебя. Чистенько, светло. Да. Здесь хранятся мои вещи все. А, то есть прям в комоде? Прям, да, прям в одной полке. Гардероба нет такого, чтобы ты вешала вещи куда-то. Чистенько. Да? Интересно, да. Что в комоде у настоящей картежной шулерши? Прям показано. Здесь у меня есть одна нарядная вещь. Это самая нарядная вещь? Получается, из-за золотых этих точечек она уже посчитала их нарядными. Это просто чудовищно. У тебя такие ножички, знаешь, как говорят, ягтилки. И ты еще вот это вот надеваешь на эти тоненькие палочки. Вот эта юбочка, по-моему, типичный представитель женской одежды в твоем гардеробе, да, единственный. Это на самом деле, наверное, самое последнее мое приобретение. Потому что раньше я никогда не носила юбки, но решила как-то попробовать. О-о. Все остальное брюки, это единственная юбка. Да. Нет, ну, может быть, какое-то платье, может быть, какая-то нарядная блуза, жакет. Ни одного платья. Что за время наступило? Почему девочки считают, что платье – это не женская одежда? Они категорически отказываются их носить. И опять-таки, с Леной та же история. А какой твой самый фартовый наряд, вот в котором тебе всегда прет? Джинсы. Девушка, которая играет в покер, это же такая интеллектуальная игра, должна выглядеть красиво. Просто когда играешь в платье, мне на самом деле не очень удобно в нем. Я не уверенно себя чувствую, и тогда весь мой фарт улетучивается. Покер – это не фарт, покер – это прежде всего блеф. Я не уверена, что в этих джинсах, которые она носит вдоль и поперек каждый день, она искусно блефует. Нам самое время ехать в стилист. Тут смотреть нечего. Берем с собой коробку. Да. Закрывай свой комод. Бери. Катенька, у нас такая особая новая знакомая, Лена, открыла нам свой гардероб, который себе представляет комод. Да. И... Не нашли там ничего особенного. Ничего особенного. Самое особенное в Лене – это ее хобби. Она играет в покер. Нам пришлось ее забрать прямо из покерного стола. Лена очень веселенько выглядит. Наверное, спасибо. Дело в футболке. Очень фактурный типаж, интересный. Лицо очень выразительное. Но я смотрю, что у тебя прекрасная, тонкая, изящная фигура. Ну, вещи у меня тоже. И очень... Под мою фигуру. Идем мерить. Разберемся. Какая скромная длина на мне, да? Да. Какая ты скромная, такая длина на тебе. Боже мой, посмотри на себя, ночная бабочка, интердевочка. Я диско, о котором тебе только мечтать. Обе вещи трикотажные, обе вещи, в принципе, базовые. Они не могут использоваться самостоятельно. Это все, что одеть бельевые майки, да, и там пижаму, или, ну, для дома можно. Вот я, например, сегодня себя чувствовала такой серенькой мышкой, такой пи-пи-пи. Вся в сереньком. Серенькая кофточка, серенькая юбочка. Куда ты так ходишь? На работу. На работу. Гулять. На улицу. Тебе удобно, наверное, очень. Очень удобно. И чувствуешь ты себя женственной и привлекательной? Не то чтобы. На самом деле так по городу ходить не стоит. Ты же скрываешь все свои прекрасные ноги и талию, тонкие руки. При этом, Катя, Лена работает администратором в салоне красоты. Но я бы не пошла в такой салон. Сейчас мне стыдно. Жалко было смотреть на Лену, конечно, когда мы вышли в ее вещах. Ей стало стыдно. Хорошо, что она сказала об этом, потому что это главный звоночек к тому, что в магазине она сделает правильный выбор. Лена, если ты хочешь, чтобы мы пришли в твой салон красоты, то мы должны отправиться в магазин для начала, для того, чтобы найти себе там другую одежду элементарно. Поехали. Хорошо. Переодеваться срочно. Я согласна. Угу. Отлично. Поехали. Лен, в карты тебе сегодня не очень повезло, но надеемся, что повезет в магазине. Надеюсь. Здесь очень много разных вещей на любые вкусы. Сейчас каждый из нас будет выбирать все, что каждый из нас нравится. Хорошо.
Ты тоже будешь выбирать то, что тебе нравится, но, пожалуйста, с учетом моих рекомендаций. Я попробую. Вперед! Учитывая то, что Лена у нас не только играет в карты, но еще иногда ходит на работу, я решила, что вот такая, такой топ, даже с украшением уже, видишь, будет тебе очень помогать, да, выглядеть хорошо. Ну и к этому топику вот такая юбка. Очень смело, мне кажется, и очень даже, да. Ну, не знаю, кожа. Твоя как-то хрупкость. Слишком, кожа, нет, кожи там дерзко. Очень мало. Это слишком радикально было и... Честно говоря, я испугалась даже. Вот платье, которое выбрала я предлагаю тебе его надеть вот с этим вот кардиганом вязаным легким. Похоже на бабушку немножко. Чем? Ну да, это бабушкина, бабушкина кофта и принт якобы бабушкин, но на самом деле это суперсовременные материалы и расцветки. Ну ладно. Я даже боюсь к этому притрагиваться. Это твой выбор. Да, это я выбрала. Все, джинсовый, как ты любишь, Кать. Джинсовый комбинезон, клетка. Ну что, мне очень нравится. Для работы стиль. В саду? Почему? Тебя только что смущал бабушкин кардиган. Ну, все-таки не бабушка, а тут кантри. Кантри. Для такой мальчик окон, ну, да. Давай померяем. Для малярских работ. Ну, как мы и говорили, девочка-маляр. Мне кажется, что здесь не настолько широкий фасон, и что при этом видно мою фигуру, и это еще и удобно. За таким объемным комбинезоном ты прячешь свою фигуру, а нам очень хочется увидеть, какая она у тебя. Мне кажется, что я прячу не совсем фигуру, а скорее свою, может быть, худобу, которой я немного стесняюсь. Худобу стесняться? Зря. Миллионы девчонок мечтают о такой фигуре, как у тебя. Да. Иди лучше переодевайся во что-то другое. Параметры моделей. Вот эта фигура! И ты такое прятала! Не знаю, я себя сейчас не очень хорошо, некомфортно чувствую. Почему? Не знаю, мне кажется, слишком меня все стягивает, сдавливает. И плюс еще на каблуках. Не знаю, мне неудобно. Худые ноги в данном случае совершенно не проблема. Это большое преимущество, с которым можно носить абсолютно все. А давай-ка еще что-нибудь, а? Хорошо. Давай. Это еще нахлобученных гетр, торчащих из-под сапог. А ты боялась бабушкиного кардигана? Ну, в целом, конечно, платье мне нравится, и кардиган даже с ним, но вот сапоги как-то я не знаю. О, это так красиво! На твоих тонюсеньких ногах эти сапоги выглядят роскошно. Меня не устраивает твоя прическа. Не устраивает то, что сейчас на тебе нет вообще ни грамма макияжа. Нужно это срочно исправить, для того, чтобы ты у нас засияла всеми красками. Ну что, едем в салон тогда? Поехали. Мне очень хочется распахнуть ей глаза. У нее такой уставший, замученный взгляд, что с помощью мейка, я уверена, это возможно сделать. Экземпляр у нас сегодня особый, Алена. У нас исходные данные уже... продвинутые, модные. Там, видимо, амбре где-то прослеживается. Я вижу, что Лена следует тенденциям. Амбре — это хит этого сезона, да, но он слегка ярковато для нее. Ей нужны более приглушенные какие-то, она может быть холодная. Вот можно поиграться с длиной. Сейчас модные ультракороткие стрижки, стильные. Да, тоже. Сейчас весь Голливуд помешался на коротких стрижках. Честно говоря, несмотря на то, что эта тенденция может быть в мире, я совершенно против коротких стрижек.
особенно очень коротких. Я думаю, мы проэкспериментируем. Сидички, оставляем вас. Удачи! Удачи, Лен, не волнуйся, все будет хорошо. Теперь я не буду волнуйся. Не волнуйся. Давай. Ну что, ты готова? Готова. Давай посмотрим на тебя. Теперь ты будешь совершенно другой. Лена, треугольная форма лица. Необходимо затемнять верхнюю часть лица, то есть лоб и скулы. В макияже глаз можно использовать тени баклажанного оттенка, цвета мокко, шоколадного, а также темно-синего оттенка. Макияж губ можно использовать сливовые тона, винные, вишнево-красные оттенки. Слушай, ну отличная, ухоженная девушка. Ну, правда, откуда-то совсем не из Украины. Ты помолодела, конечно, ты помолодела, и теперь вот уже все органично с этим нарядом. Ну что, Алён, не будем ее томить больше. Ну что, давай, готовься. Жалко на нее смотреть. Как она натерпелась. Это очень-очень сильно неожиданно. Жужжала машинка, я думала, что у меня вот здесь ничего нет совершенно. И что мне сделают вот эту вот такую вот эту челку, которую все носят обычно, и поэтому я очень сильно испугалась. И у меня стали какие-то очень большие глаза. Ты представляешь, как круто с такой челкой блефовать? Можешь прятать глаза, посматривать. А, как ты уже ее? Мне кажется, что очень много внимания будет привлекать, конечно, моя прическа и отвлекать всех от игры. Это прекрасно. Давай проверим. Давай проверим прямо сейчас и поедем играть в покер. Ой, я с удовольствием. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Игроки. Игроки с подружкой. Самые близкие подружки пришли с цветами. Молодцы, девчонки, подготовились. Ну что, знаете, мы сегодня наиграли с Леной прекрасно, долго играли. Поэтому результат, даже наше с Василисой ожидание, по-моему, превзошел. Мы да, очень довольны. Результат очень получился нестандартный, но, возможно, вы не готовы сейчас увидеть Лену именно такой. Ну, подожди, Ватса, конечно, готовы. Теперь она будет выглядеть так всегда. Встречайте, ваша обновленная Лена. Реакция намного ярче, чем у меня. Ну, им, наверное, со стороны просто виднее. Я еще не могу до сих пор. Давай, хватит. Платье, платье, платье. Бабушка, я цветы заберу себе. Я первая беру поносить. Лена просто офигенная. Мы по-любому теперь должны пойти погулять, показать ее всем, чтобы все обзавидовались, какая у меня классная подруга. Ну, мне уже начинает нравиться. Так что берегитесь. Я очень рада, что ее не сделали чересчур такой вот женственной. Не одели ее в какое-то очень вечернее платье. Сделали ее действительно такой стильной, но с другой стороны женственной, очень милой. Вот нравится все, начиная от обуви, заканчивая прической. Ты платье, я сапоги забираю. Окей. Лена голая, я думаю. Спасибо, конечно, огромное моей подруге Вике. Сначала я была очень злая и возмущенная, но сейчас я понимаю, что это стало каким-то определенным
шагом моей жизни. Спасибо огромное за то, что вы сделали мою подругу такой крутой. Будет срывать банк одним своим появлением за покерным столом. И даже карты ей для этого не нужны. Ну а вы голосуйте за лучшие мейковеры недели на сайте ted.tv. И не забывайте, пожалуйста, сдавать нам своих подруг.